Привет! В этом коротком видео я попытаюсь быстро объяснить, чем отличается папка Home от папки Homes. Мне в личку часто задают вопрос, наверное, раза в два в неделю точно, чем же они отличаются. Давайте попробуем разобраться. Итак, у нас есть FileStation, в котором есть папка Home и папка Homes. Если мы откроем папку Home, мы видим все наши личные данные. В папке Homes мы видим папки пользователей. Если мы выберем нашего пользователя SBAF, то мы увидим все те же папки, данные, которые есть в папке Home. То есть папка Home — это не что иное, как ссылка на папку вашего пользователя. Если вы администратор, у вас Homes будет отображаться. Вы же администратор, вы должны иметь доступ ко всем файлам, ко всему вашему серверу. Поэтому, как администратору, у вас доступны все папки личные пользователей. Если вы не администратор, у вас будет отображаться только папка Home, и все. Вот и все. То есть папка Home — это ссылка на личную папку в папке Homes вашего пользователя. Вот и все. Если у вас, допустим, это не отображается, или вы хотите выключить личные папки пользователя, для этого переходим в панель управления, пользователи и группы, дополнительно мотаем вниз, и здесь можно включить или выключить службу главной папки пользователя. Но имейте в виду, некоторым программам главная папка пользователя нужна, и отключать ее у вас просто так не получится, пока вы не удалите то или иное приложение или не сделаете еще какие-то настройки в той или иной программе. Поэтому обычно она включается, когда вы устанавливаете, допустим, Synology Photos, он просит у вас ее включить, и других вариантов, по-моему, там нет. В общем, эта папка нужна, папки эти одинаковые. Не надо переживать, если у вас тут много пользователей отображается, много папок в папке Homes, да, это значит, что у вас просто много пользователей. А сами пользователи видят только папку Home. Вот и все. Папки одинаковые. Думаю, вопрос закрыт. На этом все. Всем спасибо, всем пока, желаю удачи. До новых встреч.